Существует несколько видов рыб, которые вынашивают оплодотворенные икринки во рту. Эта цихлида – одна из них. Но она подверглась нападению наглых и коварных самов, которые в суматохе драки поедают икринки цихлиды со дна и взамен подмешивают свои в мутной воде. Собирая уцелевшую икру, мать цихлида ненароком подбирает и икринки сама. Едва ли она понимает, что же натворила. Мальки сама вылупляются первыми и пожирают живьем своих сводных братьев и сестер. Никакой пощады и сопротивления. К тому времени, как эта заботливая мать откроет свой рот, родных детенышей не останется. Поразительно, но повинуясь материнскому инстинкту, она будет до последнего защищать этих выродков и впускать их в свой рот крепость в случае опасности. А может, ей стоит попросту проглотить их?